Сегодня мы вышли с мамой немножко погулять и на нашу площадь пришли. Смотрите, какая бедная у нас елка. Она днем так ужасно смотрится. Но вы знаете, когда ее вечером включают, и вот этих оленят, то тогда еще более-менее красиво. А днем не на что смотреть. Даже стыдно показывать. Это не елка, а какая-то конструкция. Ну, в общем, здесь берегут живую природу и стараются вот такие конструкции изготавливать, чтобы не резать, не рубить елки. Вся из этих лампочек, из гирлянд состоит. Вот тут олень с олененочком маленький. Сейчас пойдем. Прохладно сегодня, довольно прохладно. Позади, видите, стела такая. Вот, и там венок поставили, написано «Погибшим в море» от нашего городка. Лавровые листики и лампочки какие-то. Что, мама? Сегодня вообще прохладно. Да, прохладно, прохладно сегодня. Мы сейчас немножко посидим и домой пойдем. Нечего делать нам тут, холод собирать. Да, сильно долго нельзя сидеть, замерзнем. Наверное, сегодня плюс 8, так вот, плюс 7, даже не знаю. Но на солнце тепло, но ветер холодный. Здесь немножечко посидим, делать нечего. Вышли немножко размяться. А то эти праздники только дома сидим, кушаем, пьем и по гостям ходим. И тоже опять кушаем, пьем. Надо немного размять нам косточки. Может, завтра к морю выйдем, если будет потеплее, да, мама? Угу. Если не будет этого ветра, то выйдем оттуда. К морю. Ветер, да. Вот ты чувствуешь ветер оттуда. Оттуда, с моря, да. Так что нельзя туда сейчас. Сегодня не надо туда ходить. Простудимся. У Альфреда тоже горло болит, он с нами не пошел вообще. Я ему говорила, выйдем, нет. Он еще и антибиотики пьет, потому что у него воспаление в горле. В общем, вот так вот. Вот какой-то ребенок катается на велосипедике. Папа его вывел. Папулечка. Папуля играет в телефончике. Вот девочка одета красиво. Девочка одета красиво, да. Видишь, аккуратно. Сапожки, да. И это... Одежда ниже жопки, чтобы не замерзла. Да, ниже жопки. И выше колена. Да, вот, молодец, она оделась хорошо. Аккуратно. Такую девочку я люблю. Ты любишь такую девочку? Да. Ну, молодец. Мама оценивает все, как одеты. Кто по моде, кто не по моде. Кто красиво, кто некрасиво. Мама им делает оценки. Ну что, мамулька, пойдем, а? Мальчик вот тоже пошел. Мальчик тоже хорошо одет, да. А он оделся хорошо. У него сумочка, курточка. Все, ну, давай, все под цвет. Ну давай, пойдем уже. Пройдемся. Да. Вон все дерево усыпано. Апельсинами. Идем, идем домой. Холодно, холодно. Сегодня холодно. Не будем долго гулять. Пойдем. Ой, какие шишечки. Вот это сосна недалеко от нашего дома. Такие шишки красивые. Ты сидишь немножко, вот мы идем, потом мама немножко присаживается, потому что ей тяжело делать большие дистанции. На большие дистанции она не ходок. Надо всегда присаживаться, искать где-то скамеечку. Вот, сели, сидим немножко напротив этого магазинчика. Все закрыто, праздники, все отдыхают. Мы ходим только.
Мы только ходим по улицам. И еще пару человек, да, мам? Угу. Ну, кое-кто тоже вышел. Не только мы. Вернулись домой, я готовлю обед. Так, здесь у меня тушится картошка, лук, помидоры. Все на оливковом масле. Тушится, тушится. Потом я добавляю вот эта рыба. Она треска у нас называется, а здесь Виталий бакала. В общем, замороженная она такая крупная-крупная рыба. Очень вкусная. В ней мало костей, много вкусного мяса. И еще я залью это все вот такими протертыми помидорчиками с базиликом. И у нас будет соус. Рыбка с картошкой в томатном таком соусе, очень приятном. Мы, кстати, часто готовим такое блюдо. Нам очень нравится. Вкусное. Специи, соль по вкусу все делается. Вот такая рыбка, тушеная с картошкой, получается очень вкусная. Всем советую. Горячее, сытное блюдо и в то же время, можно сказать, диетическое. У нас здесь вяленые фиги. И вот Альфредо их и фарширует их миндалем. Поджаренным миндалем. Видите? Вот он разрывает и туда засовывает миндалинку. И закрывает. А, он два. Чего себе? Ты щедрый парень. Он говорит, больше положишь, больше найдешь. Он у нас сегодня расщедрился. Обычно по одному. Снимаю на следующий день. Это сегодня 6 января. Всех наших с Рождеством. И смотрите у нас, что делается. У нас идет снег сегодня. Впервые за много лет к нам дошел снег. Гляньте. Вон у соседей вся терраса в снегу, и мы сегодня никуда не выходим, сидим дома. Вот такое у нас творится. Мы в шоке, у нас здесь не приспособлено, все салаты у людей на полях, все открыто, фруктовые сады, все под снегом. Но надеемся, что он пройдет быстро, конечно. А иначе все померзнет. Да, вот мамочка наша занимается на велотренажере, разминает ножки и спинку. Как, мам, хорошо идет дело? Хорошо. Спинку выпрями, прямо держать спинку. Вот, правильно. Вот так вот будешь заниматься спортом у нас, да, мам? Да, как. О, как хорошо. Мамулечка наша спортом занимается. Да, спорт, ей дай тряпку в руки и скажи, на, мама, мой, всю квартиру, вот тебе будет спорт. Так мы вчера уже убрались, пропылесосили, что нам делать? Ну, не сегодня, другой день. А сегодня надо ножки размять.
немного. А другой день давай мне тряпку.